31 января 22 года под Девицким мостом. Сейчас к Усынку подойдем. Граждане, кто желает, вот приходите, Усынок, можно с учхозовской стороны подойти. Вот воняет здесь именно канализация, кто не верит, кто желает убедиться, так сказать, лично. Вот можно наблюдать, она листва покрылась вот этой вот гадости. А это покрыто. Будем сейчас с дядь Мишей пытаться достучаться до руководства очистных. Собрали листву. Листва пропитана всем этим канализационным дерьмом. Вот сейчас покажем руководству. Вот. Если застанем. Да. Посмотрим, какие они данные публикуют по состоянию воды. А вот эпизод из моего детства далекого, коммунистического. Мы хоть и бедней тогда жили, шаровары шили нам родители, но мы снимали эти шаровары и на пляже в Песковатке ловили с палец рыбу этими шароварами. Столько ее было много, а сейчас дохлой много. После того, как коммунисты почистили реку, мы цепляли по два крючка и по два сразу белых карася, больше ладони цеплялись. Однажды я даже на гвоздь поймал плотву. Вот клянусь своими зубами, они у меня еще целы с детства. О, пусть выпадут. Боремся с ветряной мельницей. Дядь Миша Дон Кихот, я его оруженосец. Вот везу его копье.